Мытарство жителей дома номер 10 по улице Станка наконец завершены. В том числе и благодаря нашей телекомпании. Мы неоднократно рассказывали о текущей крыше этой жилой постройки с видом на городскую мэрию. Жильцы били во все колокола и обращались во все структуры с просьбой крышу залатать. Фонд капитального ремонта обещал провести работы еще в 2016-м, но сделано это не было. На чердаке жилого дома сгнившие балки, потолок на кухне провис. Эта история только на нашем телеканале была актуальна с 2017-го, а для жильцов это боль длиной в десятилетия. К слову, этот дом – объект культурного наследия, что также оттягивало ремонт. И вот за дело взялась прокуратура Октябрьского района. В Фрунзенский районный суд города Иваново было направлено исковое заявление о понуждении некоммерческой организации региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области о проведении капитального ремонта. По результатам рассмотрения судом иск удовлетворен. В настоящее время работы по капитальному ремонту многоквартирного дома проведены. Нарушенные права граждан установлены.